Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, в Домодедове, на стадионе «Авангард», где в ближайшее время откроется программа второго игрового дня. Велес, Москва, голкипер номер 35-й Петр Косаревский. В обороне слева 26-й Валерий Почевалин, справа 40-й Александр Бесчестнюк. Отмечаем мы, насколько резко и агрессивно с первых же секунд бросается «Волга» на чужую половину поля. Бесчестнюк подает удар в падении рыбкой. Вот Олега Смирнова. Олег Смирнов, да. Уже направо. Здесь Денис Рахманов, он слева способен садануть рикошет, и Петр Косаревский. Блестящая работа в рамке. Я думаю, что сейчас у Петра Косаревского флешбеки недельной давности в голове промелькнули, когда похожим ударом с рикошетом мяч ему за шиворот отправил Максим Лаун. Еще глубже выдавать, и следует передача в штрафную площадь. Цепляются за мяч ульяновские футболисты. Один удар, другой удар. Все принимают на себя футболисты Велеса. И третий удар Абазова. И уже звучит свисток Артура Федорова, символизирующий, видимо, нарушение правил в атаке, допущенные Билалом Билаловым. Сигнализировали, кстати, и футболисты «Волги» о том, что, возможно, кто-то из защитников Велеса мяч на руку принял. Но тут надо, конечно, разбираться только на повторе. Но Артем Куликов все так же активен. Сергей Жуков, по-моему, вообще ушел под козырек тренерской скамейки. Ну а сейчас Бацуев под левую убрал. И какой выстрел! Вот это да! Ну что ж Климович-то творит уже вторую игру подряд? Ну давай так, по полетным сейвам сегодня 1-1. Ничего себе. К опорной зоне «Волги», да, снова дали пробить дистанции. Причем пробить настолько технично, выверенно. И классный, из-под девятки вытащил мяч Климович. Как быстро мячом распоряжается «Волга» прямо сейчас. Быстро и рискованно. И в итоге едва перехват не случился. Нарушал правила «Логуа», но мяч остался у Махмутова. Удар! И шлагбаум! Живой человеческий шлагбаум! Выставляет Хетек Бадоев. А ты менять его хотел? Ну ничего себе! В связи с этой формацией тоже ожидается очень серьезное. Киртанов в штрафной площади. Киртанов чуть назад. Удар! И по волейбольному аккуратненько пальцами через перекладину мяч переводит Андрей Климович. И как-то есть ощущение, что стало у нас посвежее, да? Александр Бесчестнюк. Подбор снова за «Волгой». Удар! Это Морозов. Можно даже, наверное, не спрашивать, кто бил. Это его техника, его стиль. Хорошую передачу, да, на «Логуа» выписал Константин Киртанов. Чуть-чуть Ираклий не попал. Раскрылась игра. Сквозняк буквально. Плюс ко всему, «Волга» откровенно во втором тайме играет вторым номером. Кабахидзе прямо перед собой отбивает голкипер «Волги», даже чуть ли не в ворота. Ну что, ударчик? Или все-таки подача? Нет, удар поворотом, кстати говоря, прочитано, как говорится, но в порядке. Косаревский, он тоже такие варианты своих возможностей. Хороший перехват, кстати, но тут скорее ошибся Евгений Макеев. Вот и Саламахов в штрафной площади. Макеев того опережает, но все же удается приблизиться вплотную к Косаревскому Саламахе. Но еще до этого нарушения правил Артур Федоров со стороны. Киртанов уходит на вираже от соперника, смещается в центр Константин, ну справа же было предложение, ну как же так? Ну раз дальние удары сегодня проходят, видимо решили по принципу Александра Киржакова поступать многие и полузащитники, и нападающие Велеса. Одна конкретная отдельно взятая подача, вот она, падение в штрафной, Морозов удар, удар головой следом, и это Косаревский, руку оставивший в центре створа своих ворот, при этом полетевший правее, и эта рука спасает Велес от пропущенного мяча. Всего за прошедшие минуты в этом матче снова пас вперед в атаку Саламаха. Прострел, Олев! Промахнулся. Чуть-чуть не хватило рывка. Может быть, еще и не хватает готовности физической. И звучит финальный свисток. Улыбки этот результат не вызовет ни у кого. Для Велеса, для «Волги» это потеря двух очков